Всем привет! Сегодня 5 ноября, плюс 5 градусов, иду на стадион. Сегодня заключительная легкая пробежка, ну, километров 5-6, перед завтрашним стартом на полумарафон. Собираюсь сделать пару выходов с легкого темпа на свой темп полумарафона на 5:35. Ну, и все. Некоторые моменты важные перед стартом. Питание. Ну, питание я никогда никаким диетам не следовал. Ну, ничего. Обычное питание, как всегда. Единственное, в субботу вечером перед стартом рекомендуется часов 10 поесть там что-нибудь из углеводов, там вермишель, рис. И утром перед стартом, как обычно, там съем одну-две печенины, запью водой. По поводу одежды. Вот сегодня плюс 5 градусов, завтра будет 0. По порядку. Носки. Ну, пожалуй, надену свои высокие компрессионные носки. Обувь. Свои кроссовки Asics DL Kayano 27. Хорошо амортизируют. Рекомендуют люди опытные бегать полумарафонках, марафонках, но там слабая амортизация для моего колена, это не очень хорошо. Хоть температура будет 0 градусов. Дальше трусы, шорты, никаких тайцев, специальных штанов не буду поддевать. Выше футболка, наверное, велофутболка, термо велофутболка и вот эта куртка, в которой сейчас иду. Специальная для бега, очень хорошая. Ну и повязка, естественно, на голову. Плюс, наверное, такой вот, такая сумка, в которой у меня мобилка. С собой буду брать, кроме того, камеру, но редко буду выходить на связь. Ну и ключи где-то надо держать тоже. Ну, по поводу одежды, пожалуй, все. Ну, не совсем все. Еще, конечно, обязательно добавить наколенник. Я уже без наколенника не представляю бег, в походах ходьбу. Ну и вот эти вот высокие компрессионные носки будут на мне. По поводу разминки. Буду делать обычную зарядку, весь комплекс упражнений свой, кроме приседаний. Кроме зарядки растяжка. Очень-очень легкая, обычная. Вообще не рекомендуется, кто не делает чего-то, ну, перед тренировками дополнительно ничего не делать. Небольшая растяжка, и мне идти до стадиона 12 минут. Сделаю по дороге пару ускорений. Это и будет моя разминка, подготовка непосредственно к старту. Провел первую тренировку старта очень успешно. За первый километр разогнался до 5:30. Да, это чуть быстрее, но допустимо, чтобы согреться, потом сбросить и бежать 5:35. Теперь, наверное, до 5 километров медленно добегу, не буду больше делать ускорений. Добежал я свои 5 километров, последние 4 километра бежал 6:15, 6:25, давно так медленно не бежал. Ну все. Беговыми упражнениями закончено. Завтра старт. По поводу старта. Как правильно распределить силы на всю дистанцию полумарафона? Есть две такие вот версии, что ли. Одна — негативный сплит, когда первую половину дистанции бежишь медленней, на второй чуть ускоряешься. Мой план следующий. За первый километр выбежать на где-то 5:35 и дальше всю дистанцию пробовать держать в этом темпе 5:35-5:40. Что брать с собой? Питание. Ну, питание, 2 часа бежать, я думаю, есть не захочется. Возьму на всякий случай какой-нибудь батончик Марс, Сникерс, там вот на такой лавочке устрою импровизированная зона отдыха. Ну, не зона отдыха, а зона питания, что ли.
поставлю бутылку воды 0,5 литров, но лавочка очень низко, и у меня как раз правое колено, ну, травмоопасное, и на ходу брать воду, ставить потом ее очень проблематично. Так что, ну, может, максимум раз позволю себе. Все, вроде бы все рассказал о приготовлениях. Сегодня отдых. И завтра, если не будет никаких форс-мажоров, как в прошлый раз, старт на полумарафон. 14 недель готовился по программе на 10 недель. Напомню, за 3 дня до старта, после 9,5 недель тренировок, заболел очень сильно. Температура, вероятнее всего, ковид это был. 6 недель постельного режима. Потом 2 недели восстанавливался и в ускоренном темпе провел подводку. Посмотрим, что она даст. Завтра все будет видно. Сегодня 6 ноября. Вот оно и наступило. Время Че. Время старта на полумарафон. Сегодня 0 градусов. Ощущается как минус 3. Прохладно. Утром никакого завтрака, съел пару ложек, реально пару ложек творога и попил воды с печеньем. Легкую зарядку сделал и по дороге на стадион сделал 3 ускорения метров по 30. Но это вся моя разминка. Ну, растяжку, естественно, очень легкую, как обычно, никаких новых движений не делал. Соорудил на лавочке вот такой вот импровизированный пункт питания. Банан пополам порезанный в капюшоне, сникерс и теплая вода. Вряд ли буду есть, пить, но на всякий случай пусть будет. Сразу начал без раскачки, очень резво. Первый километр 5.30. Согрелся. Сейчас надо сбросить по 5.35-5.40, найти свой темп и бежать. Побежал первые 7 километров. Чуть быстрее 39 минут. Пока все по графику. Пульс 156. Пробежал 14 километров. Где-то час 18. Выигрываю где-то 2 минуты всего графика. Бегу 19 километров. Темп 5.31-5.32. Чувствую. Наступает легкий кризис. Ну все. Несмотря на легкий кризис, на последних 3 километрах добежал я свой полумарафон. Это 21 километр, 0,95 метра. Пробежал за час 57. На 3 минуты быстрее, чем планировал. Это мой абсолютный рекорд. Пульс максимально поднимался до 168. Но это, я считаю, даже очень и очень хорошо. Что надо сразу после финиша? Ни в коем случае не останавливаться. Я круг прошелся, сделал растяжку. Вот сейчас дохожу второй круг. Пульс упал до 125. Что могу сказать по питанию? Питание мое, как можно видеть, осталось нетронутым. И вода, и банан, и сникерс. Ну, как я уже говорил, у меня колено очень травмоопасное. Приседать надо на правое колено, чтобы вот это все взять. Я не хотелось останавливаться, сбивать темп свой. Воду пить, наверное, надо было, но погода 0 градусов. Очень и очень терпимо. Фу, воду, возможно, и правильно, что не пил, потому что сейчас попробовал попить, остыло полностью. На ходу, во-первых, неудобно из бутылки. Ну, в общем, что можно сказать? Полностью доволен забегом, подготовкой к забегу. Даже болезнь не выбила. Интенсивное восстановление очень-очень сильно помогло. Что дальше? Сейчас еще 12 минут быстрого шага до дома, чтобы ноги не закислились. Там еще разминку. А в целом дальше этот месяц сделаю себе межсезонье. Побегаю медленно, буду учиться бегать медленно.
Я молодец. Час 57, 21 километр.